Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, обзор акций и немножко потрешуем с вами, поговорим о том, чего нет и о том, что возможно будет. Давайте начнем с Тайваня. В общем, вчера мы бегали в Code Mobile, я бегал, показывал, как играть на PC, на PC. И реально, это жесть, играть симулятором мобилки, потому что преимущество очень большое, хотя и большинство так именно играют, и это, я считаю, не очень правильно, но я вам буду показывать все нюансы по картам, думаю, по разным возможностям в коде мобайля, потому что многие играют все-таки с мобилки. Так, это у нас Тайвань, в общем, сегодня ничего такого интересного нет. Ну, это за смену таланта вы можете получить имбовые таланты. Окей. Поехали дальше. Магазин скидок. Ну, конечно, скудненько, но опять же, восьмая эмблема можно получить. А еще за 2500 самов. Я считаю, это халявная тема для бездонов. Неплохо. Хрусталка. Ой, говорю, хрусталка, я вечно забываю. Фонтан. Фонтан один тоже из интересных таких топовых. Этим можно получить монетку на халяву. Монетку за монетку, вот так вот. Можно и несколько вернуть. Так, окей. С этим разобрались. То есть на Тайване у нас ничего такого. А, есть какой-то хрустальный. Вот тут и, блин, что я хрустальный? Хрустальный давно уже не играл. Молотки Бога Грома, ну такое себе. Так, с этим понятно. Акции тоже сегодня здесь очень скудненькие. К чему я это все веду? Сейчас я вам покажу, что же делается на английском сервере. Вчера на английском сервере подняли там мега панику, что английский сервер закрывают. Закрывают веб-версию, насколько я понял, Фейсбука. Сейчас мы зайдем на форум. Так, давайте дальше. Давайте русский, потом в конце зайдем на английский. Уже сравним все и поговорим именно о инглише, что там же все-таки случилось на этом сервере. Такс, Малаховский. На Артемку напал. Ну, на русском, как обычно, будние дни, все скудненько. Ничего интересного нет. Базар набор, рубашка и верх, карты квестов, подарки. Здесь куча акций, но ничего толкового нет, коллекционера нет. В общем, все донатное. Бог грома, даже бог грома нет. А сегодня, кстати, начался смотр. Вот так вот Огника туда впихнули в рекомендованные. Ничего себе. Так, окей. Этого разобрали. Это разобрали. Поехали глянем немку по глазикам. И побежим уже на английскую версию. И, возможно, еще и на СПЦ забежим, как обычно. Посмотрим, что там есть. Если нету, то ничего нету. И поговорим о инглише. Так, тут у нас сразу же высвечивает 12 монет, ребят. Вот так вот. Либо кулаки, либо монеты можете копить. X2. То есть без проблем. Вот этим немка реально. Посмотрите, сколько я сейчас монеток вытащу. Вы просто офигеете. Вот вчера 12, сегодня 10. И так вот все время они умножаются. Вот этим немка, конечно, реально отличается. И не только этим. Так, это накопления базарные. Тут все то же самое, что и вчера было. Они поменяются в 11 часов. По ивентам хрусталка. Ну, такая себе хрусталка, честно скажу. Ну, ледяху можно забрать. Форум. Кстати, где эта акция? Я ее забыл вчера забрать. Четвертый день сегодня, по-моему. Если я не ошибаюсь. Ой, какой уже седьмой. Нормально, так мы прошляпили. Нормально времени прошло. Так, что-то мы получили или нет? Еще две карты всего. Да ну, не верю.
Да логинься давай. Вот что-то получили. 100 осколков Фрэнка, нифига себе. Вот это календарик, ребятушки. Хорош, вот это красавчики. Вот реально, посмотрите, летний календарик такой. 100 осколков Фрэнка на халяву. Ну, пол Фрэнка, я думаю, там еще будут осколки. Ну, неплохо. Радует. Это радует. Тут уже все позакрывалось. Ну, в общем, здесь тоже пока ничего интересного. Поехали на английскую версию. А самое интересное, ребят. Самое интересное, самое бомбящее для многих. Что же там все-таки случилось? Сейчас мы зайдем на форум еще предварительно с вами. Сейчас я только кое-что настрою. Так, отлично, это сделал. Итак, правда, оно на украинском будет, но я думаю, ничего страшного. Вот, английский сервер, английский форум. Замок зиткнення, оголошення про закриття гри. В общем, закриваете по игру, следующее закрытие игры. Кто играл на Facebook версии? Вот так вот, Facebook версия 28.10 они закроют. Оплата услуг 26 закрывается, канал обслуживания 28 будет закрыт. Не впадайте в вичай, ребятушки, все будет добре. В общем, вы имеете возможность поиграть на других флагманских играх в на США, то есть США, то есть US версию не закрывают, ребята, это закрывают Facebook версию. Lord Mobile можете поиграться, то есть ждонить туда еще, и потом вам скажут просто мы закрываемся. Будут также даны награды, вознаграждение, компенсация своего рода. То есть вам надо будет подать заявку через игровой канал с 2 по 6 сентября. То есть это вчера было, 28 вам дадут трансфер. Так, что будет? 500. Немає, то есть вы не донили, вам 500 камней дадут. Если вы тратили $10, вы умножаете на 180 гемов, то есть вы получите 1800 гемов. Нет вытрат, вот 400 самоцветов. Это за Lords Mobile вообще показывают, кто играл через Facebook. Это жесть, там, наверное, нормально. Ребят, напишите в комментах, кто играл. Я даже про эту тему, честно говоря, не знал. Вчера просто начали на стриме писать, я нашел, зашел, разобрался, потому что начали писать, что закрывают все-таки английскую версию. И оказывается, нет. Ну, это по поводу битвы замков, как видите, все печально. А Lords Mobile, посмотрите, шведки сбишения 30/5. Ну, что-то дают там, кто донил от 10 до 100 баксов, какие-то камни, еда. Ну, короче, это их внутриигровые
Это, скорее всего, 60 минут, 5 штук ускорялки какие-то. Кто тратил от 500 и кто тратил 500 до 1000, 1000 до 5, понад 5000, 20 тысяч емов по 500. Ну, короче, какую-то хрень, по сути, дают вознаграждение. То же самое, поэтому и то же самое, возможно, будет когда-то с Castle Clash, но я думаю, оно им приносит нормальную прибыль, поэтому это не так скоро будет. Просто они решили закрыть сервера по Фейсбуку, возможно, туда никто не играл, поэтому так все печально, все в основном заходят напрямую. В общем, вот такая вот инфа, и это не все. Поехали, самое основное покажу. Я не знаю, с чем это связано. Так. Чем это связано? В общем, поехали. На английском сервере. Вот я зашел на Angle. Вот крутые, как обычно, акции. То есть тут паки есть, френзи, все остальные. Акций здесь нету. Очень странно. Вот посмотрите, вообще нету акций. Вот и здесь то же самое. Офферы показывают, на которые вы не можете перейти. Стример, Newman's Pack. И вот только единственное есть ивенты. Остальные акции почему-то убрали. Возможно, их переделывают. Я надеюсь на то, что их переделывают на новые, потому что реально запарило уже. Но видите, а здесь оно все есть. В общем, вот так вот. Странно очень. Merchandise, plan for prizes. Можно, интересно, зайти? Потому что раньше можно было зайти до игровой. Да, видите? Еще пока можно так зайти. Даст открыть. Давайте посадим плант. Такс. Вот ведь что-то они, ну, вряд ли они меняют, хотя, может, действительно и меняют акции. Это реально будет интересно. Проспектор, Баназа. В общем, все то же самое пока осталось. С 5 по 6, то есть по вчерашнее число ничего не поменялось. 6, 6, поэтому оно и пропало. Не знаю, с чем оно связано. Вот видите, Facebook. Кто логинился через Facebook? Это печаль, конечно. Кто регистрировался через Facebook, скорее всего. Не знаю. В общем, пишите в комментах, кто попал в эту халепу. Ну, это, конечно, печально. Бинго. Не, вот с 7 по 8 открыть сундуки, все-таки есть новые акции, просто они что-то их не добавили. Но это, конечно, печально. Вот такие новости печальны, и надо к ним быть готовыми, потому что это реально пипец. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите, бомбите, ставьте лайки и ждите видосов. Десяточку постараюсь сегодня. Просто понимаю, сколько я буду там проверять и сколько времени на это уйдет. И, честно говоря, такая лень просто может отдать кому-то, блядь, и не париться. Но я сделаю все правильно. Это просто надо будет читать 30 видосов, как я захотел, дурачок, блин. Но это должно быть. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.